Дагестанский боец Магомед Расул Хасбулаев 27 марта защитит пояс лиги ACA в полулегком весе на турнире в Санкт-Петербурге. Оппонентом выступит Алихан Сулейманов, занимающий третье место в рейтинге лиги своего веса. Напомним, что Хасбулаев завоевал чемпионский пояс в марте прошлого года, победив бразильца Филиппе Фройеса. В карьере Хасбулаева 34 победы и 8 поражений, у Сулейманова 14 побед и 2 поражения.